Там где книга? Вот там здесь. Там где следующий. Куда пошел? Что? Выходи. Выходи сюда. Слава. Выходим. Ну что? Там женщина. Тут бабочка. Все, все, все. Все, все. Все, выходите, выходите. Да, да, да. Кто еще из мужчин? Сюда выходите. Это есть. А мужчина, успокойтесь. Мы да, посмотри на меня. Поддерживаю. Смотри на меня внимательно. Но я теперь уже не это читай. Ну, я поддерживал много, да. Ты поддерживал Путина, да, и поддерживаешь армию России. Как-то ты не хорошо о флаге Украины, да, отзываешься? Да? Извините. Ну, да, это много ставил, я вам говорил. Я уже это уже передумал все это. Сегодня, да? После прямо нашего сейчас, прихода, да? Ну, прямо сейчас, да? Ну понятно. Да? Мне кажется, денег нету. Нету денег на лекарства. Не знаешь ничего. Ну не надо там бить. Конечно, никто тебя не будет. Ничего не будет. Ну а куда меня? Все будет відповідно чинного законодавства Украины. Здравствуйте. Стоять. А где вы, где суть? Здравствуйте, все пошли. Там ладно, все, ушли. Пошли отсюда. Вот этого достаточно. Вот это а что, какая причина, что к чему, что вы это? Переживать не стоит, отец, переживать не стоит. В какой-то момент ваш сын немножко запаниковал и повел себя вызывающе. Понимаете? А тут нигде нет стекол, пошли до них. Человек был задержан после обстрела, снимал все на видеокамеру. При попытке наладить с ним контакт повел себя подозрительно. Тем самым вызвав наше внимание. Вот. При осмотре его телефона были найдены фотоматериалы, контакты с противником. Своими действиями он подвергал опасности не только нас, военных, но и жителей гражданских. Дуже швидкий темп задають наші Збройні Сили, ми мусимо їм відповідати і надавати інформацію і працювати так, щоб їм не били в спину. Відповідальність за колаборацію невідворотна. Завтра чи післязавтра – це питання другорядне. Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлена. Yeah, everything.